Оперативники наркоконтроля обнаружили у 39-летнего жителя Сосновского района более 2 килограммов марихуаны. По словам мужчины, он собрал вещество в прошлом году для личного пользования. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, предусматривающее до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей. Помимо этого, оказалось, что неподалеку от районного центра злоумышленник выращивает наркосодержащие растения. Всего у него было изъято 600 растений конопли и 3000 мака. За это в отношении подозреваемого могут возбудить еще одно уголовное дело. И на территории Тамбова в минувшие выходные тамбовские оперативники задержали местного жителя, мужчину, который пытался организовать сеть тайников с наркотиками на территории города Тамбова. Он был задержан с поличным. А у него было изъято 204 грамма героина, который он пытался расфасовать и реализовать бесконтактным способом. В данный момент 32-летний тамбовчанин арестован и находится в следственном изоляторе. Полиция устанавливает других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Этому преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.